Из Алтайского края Елизавета Яковлева мечтает о бизиборде. Вот, но мечта будет исполнена. Заветную мечту девочки, развивающую игрушку бизиборд, доставили в семью Яковлевых на днях. От такого яркого подарка Лиза даже немного оторопела. Всякие циферки, всякие движки, кнопочки, крутилочки. Вот. О том, что елка исполняет желания, родители Лизы узнали в одном из развивающих центров своего города, куда Лиза ходит на занятия. У девочки особые возможности по здоровью, так что каждая игрушка должна не просто увлекать малышку, но и приносить ей пользу. Хотелось получить именно то, что будет направлено на развитие, на мелкую моторику, на обретение новых навыков и умений. Поэтому попросили вот бизиборд. Надеюсь, нам он в развитии поможет. Мама занимается активно развитием ребенка, посещают многие социальные учреждения нашего города. Семья вступила в общественную организацию «Дети-ангелы». И они порекомендовали им поучаствовать во всероссийской акции «Елка желаний». Елка желаний – это место, где люди, которые хотят совершить добрый поступок, находят тех, кто нуждается в помощи и дарят им подарки или исполняют мечты. Заявка семьи попала в Совет Федерации на елку желаний, которая традиционно там устанавливается. И Виктор Викторович, как сенатор от Алтайского края, Алтайского краевого законодательного собрания, снял шар, или как сказать можно, с пожеланием Лизы Яковлевой из города Бийска. В Алтайском крае елка желаний проводится уже в 6-й раз. За это время подарки получили более 2000 детей со всего региона. Мария Мацевлик, Сефризин. День с толком.